Гэты портативный набор медицинских приборов позволяет цалком обследовать органы зроку. Зараз он подорожничает по району Гомельщины. С его помощью офтальмологи обследуют школьников с глубинки, где узких медицинских специалистов часто нема. У меня в руках находится авторефрактометр педиатрический, бесконтактный, который может определить, есть ли у ребенка патология рефракционная, близорукость или миопия, гиперметропия или астигматизм. Также можно определить, угол косоглазия есть или нету. Исследование буквально в течение нескольких секунд. С початку года разумные приборы допомогли проверить зрок у 1700 маленьких пациентов с Житковицкого и Будокашалевского районов. Это стало магчимым дякуючи социальному проекту «Я бачу». Его авторы и выконавцы – Белорусский дитячий фонд, Министерство охраны здоровья и компания-оператор сотовой сувязи, якая взяла на себе все финансовые выдатки. Закупила обсталявание, оплачивая працу врачу и забеспечивая транспортом. Специалисты кажут, необходность у подобном проекте наспела давно. Как показывает статистика, у початку навучания детей у школе и на момент ее закончения стан здоровья врачей истотно погоршается. В последние несколько лет сложилась такая ситуация, что болезни органа зрения у детей стабильно уже занимают второе место в общей структуре заболеваемости. Современные технологии развиваются, и учитывая то, что у наших детей уже есть не один, а несколько гаджетов, и нагрузка на зрение очень велика, поэтому очень важна профилактика и на раннем этапе определить, есть отклонение зрения или нет, и дать правильные профессиональные рекомендации. Дарэчы, у минулом годе все это уже зарабили на Могилёвщине. Там обследовали 13 тысяч детей. Патологии выявили амаль у 30%. 17 школьникам спотребилась операция. При необходимости консультации на республиканском узровне одразу были дадены накирование. На Гомельщине плануют охопить еще больше детей. Заместо одной бригады, как это было летось, будут працавать две. Я ненавидую каля 70 школ. Мы стараемся создать комфортные условия действительно в учреждениях образования, для того, чтобы специалисты могли приезжать уже подготовленные аудитории, для того, чтобы проводилась уже предварительная такая информационная работа с родителями, с педагогами. И после завершения такой работы в каждом учреждении образования подводятся некие итоги для того, чтобы дать рекомендации и наставления. До речи про выники. В Будокашалевском районе обследовали амаль 700 детей. Патологии выявили у половы из них. Близорукость, дистрофия, косовокость и иншие отхиления. Больше як 100 детей отримали РЦ на окуляры. Усяго за год специалисты плануют наведать 14 районов в области. У ближайший час их чакают у Ельским и Нараулянским районах. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».